Выпускной в Международном инновационном университете – один из самых долгожданных и в то же время грустных и трогательных праздников. В зале выпускники, их родители и весь преподавательский состав. Президент Международного инновационного университета Михаил Бирулава поздравил выпускников с очередной в их жизни серьезной победой – получением дипломов. Очень отрадно, что наши специалисты сегодня работают не только в нашем городе Сочи, крае и в стране, но и за рубежом. Государственные дипломы сегодня вручали бакалаврам, магистрам и аспирантам МИУ. Заветный документ о высшем образовании получили юристы, менеджеры, программисты, экономисты, психологи, дизайнеры. 23 выпускника в награду за годы усердной учебы получили красные дипломы. Я хотела поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав, лично ректора Галину Алексеевну Бирулаву, за то, что эти 4 года прошли настолько быстро, настолько ярко. Университет дает не только образование, он дает развиваться творчески, развиваться научно. Данный университет дал мне очень многое. Во-первых, знания полученные, которые пригодятся мне в дальнейшей работе как профессионально, так и с людьми, навыки, которые, безусловно, мне пригодятся тоже в жизни, и хороших друзей, хорошие воспоминания. Университет гордится своими выпускниками. Уровень подготовки молодых специалистов отмечают во многих отраслях курорта. Последние годы принимаю экзамены выпускные у студентов, являюсь председателем государственной выпускной комиссии. И я думаю, что предприятия города, специалистов, выпускников нашего университета будут с радостью и удовольствием принимать на работу. Выступавшие от имени выпускников студенты и их родители поблагодарили руководство вуза и преподавателей за годы яркой студенческой жизни и обещали всегда хранить верность духу университетского братства. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.